Мошенники действуют по следующей схеме. Отправляют ссылку на оплату товара, куда необходимо ввести данные банковской карты, в том числе и SVV-код с оборота карты. После чего денежные средства списываются без ведома владельца. Так произошло с 34-летней сарапульчанкой. Женщина выбирала бассейн в одной из групп соцсетей. Связалась с администратором группы, который представился также продавцом. Стороны обговорили все детали продажи и доставки, после чего потерпевшие отправили ссылку на оплату товара. Перейдя по ней, гражданка ввела данные своей банковской карты, в том числе трехзначный код на обратной стороне карты, и оплатила покупку. Спустя некоторое время злоумышленник вновь связался с женщиной и пояснил, что оплата не прошла, денежные средства заморожены, что нужно вновь перейти по ссылке, которую он скинет, и ввести данные карты для возврата денежных средств. Далее женщина, думая, что она вернет денежные средства, перешла по ссылке, вновь ввела данные карты, но денежные средства были списаны вновь. По данному факту отделом МВД России Сарапульский возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.